Всем привет, меня зовут Алексей, мы находимся на диване Squat, и сегодня поговорим про ботинки 32. И сегодня мы с вами рассмотрим топ-5 ботинок 32, представленных в нашем магазине, исходя из соотношения цена-качество. Плюс я выбирал только те ботинки, которые есть в хорошей размерной сетке, вы обязательно найдете свой размер. А это значит, сегодня я снова помогу вам сэкономить деньги на сноуборд-стафе, на покупке сноуборд-стафа в нашем магазине. Погнали! Компания 32 в этом году празднует свое 25-летие. За 25 лет ребята научились делать отличные ботинки для сноубординга. Я не думаю, что какие-то сноубордисты никогда не слышали об этом бренде. Все слышали об этом бренде. Итак, начнем. За бренд 32 катаются такие легендарные сноубордисты, как Джереми Джонс, Крис Брэдшоу, Крис Гринье, Скотти Стивенс. Кстати, мой любимый. И сегодня мы посмотрим ботинки 32, которые со скидкой представлены в нашем интернет-магазине. И вы можете заказать их себе и купить. И первый ботинок, который мы рассмотрим, это моделька 86. Конкретно у меня в руках коллаборация с брендом Santa Cruz. Это легендарный бренд в мире скейтбординга. Последние несколько лет он врывается в сноубординг, делает очень качественные, хорошие доски для него. Вот, собственно, ботинок. Очень красивый, стильный. Жесткость у него ниже средней. Это отличный парковый ботинок для любителей джиббинга, для любителей лайтового шреда в парке. На данную модель у нас сейчас скидка 30%. Если конкретно в этой расцветке вы не найдете свой размер, вы можете посмотреть другие расцветки, потому что ботинок со скидками сейчас реально много. Итак, чем же примечателен этот ботинок? Из года в год выходит коллаборация с Santa Cruz. Причем в этом году Santa Cruz пригласили себе в команду райдера 32, а именно Джордана Смола. И совсем недавно дропнули его промодель доски. Если мне не изменяет память, это первая промодель доски от Santa Cruz. Это очень хороший знак, это означает, что работа над брендом ведется, она не останавливается. Скоро мы, кстати, сделаем видео про доски Santa Cruz, покажем, как они. Конкретно про ботинок. В нем внутренний Comfort Fit. Хоть это и нижний внутренник, но он термоформуемый. У него есть фиксация пятки, то есть ваша пятка в них гулять не будет. Сам внутренник довольно приятный на ощупь. Легко достается, легко вставляется обратно, не будет проблем с сушкой ботинка. Данный ботинок максимально похож на скейт-кет. У него такая стильная, красивая подошва. Она не скользит. Очень качественный материал. Имеем waterline даже. Если вы катаетесь на джибовой доске с жесткостью мягче среднего, этот ботинок вам обязательно подойдет. Усилие передается очень быстро. Пятка не болтается, плюс вы можете сформовать свой внутренник, если вдруг у вас нестандартная стопа, например, где-то косточка торчит или что-то в этом духе. Если же нет, то ботинок примет за пару катаний сам форму вашей ноги и будет еще комфортнее. Хотя куда уж комфортнее. На мой взгляд, это самый стильный ботинок из всех, что у нас есть. Для крутых пацанов. Его мы убираем и переходим к следующему ботинку, который называется STV Boa. Вот такой вот он у нас красивый, стильный, черный, на белой подошве. Классика. По жесткости он как предыдущий,
мягче среднего. Этот ботинок отлично подойдет для новичков. Он на системе BOA. То есть вы не будете заморачиваться со шнурками. Просто быстренько раз затянул, и вы быстрее всех на горке. Имеет такой же внутренний комфорт фит. Очень легко достается, очень легко вставляется обратно. Этот ботинок прекрасно подойдет новичкам за счет своей жесткости, а точнее мягкости. Но при этом нельзя сказать, что он нижний ботинок или в нем будет болтаться нога. То есть то, что он мягкий, не означает то, что у вас будет гулять пятка, что вам будет в нем, например, некомфортно, и он прослужит вам меньше нескольких сезонов. Нет, это не про этот ботинок. Этот ботинок самый легкий из всех, что мы сегодня рассмотрим. Благодаря своей подошве. Благодаря своей подошве Evolution Foam Outsole. Он реально легкий, практически невесомый. Этот ботинок подойдет для катания так называемый All Mountain. Вы можете кататься по трассам, чуть-чуть съезжать с трассы, где-то, может быть, подпрыгивать. Но все-таки это ботинок начинающего сноубордиста. Если вы только начинаете, присмотритесь к нему. Он достаточно недорогой, но очень комфортный. На него в нашем магазине действует скидка сейчас 30%. И не забывайте, что если конкретно этого цвета у нас вашего размера нет, вы можете выбрать другого цвета, они будут ничем не хуже, а может быть даже и лучше, ведь цвет – это дело вкуса. Следующий ботинок, который мы посмотрим, лично мне он нравится уже куда больше предыдущего, так как я не начинающий сноубордист. Это Light JP, про модель JP Walker. Те, кто давно катаются на сноуборде, 100% знают этого сноубордиста. Он знаменитость в том плане, что он, наверное, один из первых сноубордистов, кто начал кататься по уличным перилам. Да и, наверное, по перилам вообще. Всегда отличался своим неповторимым стилем. Этот ботинок с классической шнуровкой. По жесткости он средний. Не могу сказать, что он отлично подойдет совсем новичкам. Это скорее для прогрессирующих сноубордистов, которые катаются в парке и в джибинге. Он также достаточно легкий. Мы имеем здесь подошву STI Evolution Foam. Она очень легкая, но при этом цепкая. Внутренник ботинка также у нас Comfort Fit. Не забывайте, что он термоформуемый. И если вдруг вы никогда не видели катание JP Walker, посмотрите его старые видео, вдохновитесь, и, возможно, это склонит вас к покупке данного стильного ботинка. Лично мне очень нравится, как он выглядит внешне. Если вы прогрессирующий джибер, этот ботинок вам обязательно понравится. На него также действует скидка в нашем интернет-магазине 30%. Спешите, смотрите, ссылка на все ботинки будет под видео. Переходим к следующему ботинку. Этот ботинок уже посерьезнее и знаком, наверное, всем, кто знаком с брендом 32. Да, совершенно верно, это Lashed. Я не думаю, что есть сноубордист, у которого были ботинки 32, и он не знает про эту модель. Это самая продаваемая модель в Европе и в Америке. Почему? Все просто. Потому что они легкие, шикарно выглядят, и у них жесткость не мягкая, не супер жесткая. Они прекрасно держат ногу. Когда человек хочет ботинки средней жесткости для прогрессирующего уровня катания, он говорит именно про Lashed. Конкретно у меня в руках про-модель Криса Брэдшоу. Это очень примечательный сноубордист. Это законодатель так называемого рэп-стиля в сноубординге. Это широкие штаны, вытяжки, скейтовый стиль, огромные белые футболки. Это все про него.
В этом ботинке мы имеем внутренник покруче, чем в предыдущих. Это уже Team Fit. В этом внутреннике примечательная стелька. Она достается, она ребристая, очень приятная для вашей стопы. Я когда померил, мне очень понравилось и сразу обратил внимание на стельку. Она очень удобная. Внутренник, разумеется, термоформуемый, так же, как и все предыдущие. Ботинок на классической шнуровке. На него действует скидка также 30% в нашем интернет-магазине. И опять же, если конкретно этого цвета не будет, не расстраивайтесь, вы можете взять другие лэшеды, они будут отличаться только цветом. Во всех ботинках 32, во внутренниках, начиная с внутренника Team Fit, что в этих ботинках, есть технология, которая фиксирует наш ахилл, нашу пятку. Во внутреннике есть специальные кармашки, в которые вставляются вот такие вот кружочки. Рыженькие потоньше, черненькие потолще. Это может понадобиться в нескольких ситуациях. Во-первых, если у вас узкий ахилл, как у меня, то вы можете сразу в новый ботинок вставить, например, рыжие. Ваша пятка никуда не денется, она будет сидеть очень плотно. Если вы уже откатались сезон в ботинках или даже два сезона, вы можете использовать эти кружочки для придания ботинку прошлой жесткости. Ботинок снова станет по ощущениям как новый, и вы продлите ему жизнь. Это очень круто, что бренд 32 использует такие фишки, потому что не припомню, чтобы у кого-то еще было что-то подобное. Также у этого ботинка есть так называемый Performance Backstay. Это усиленный задник. Он из нескользящего материала, очень прочный, долговечный, чтобы ваш задник не убивался об хайбэк крепления. Благодаря этому заднику ботинок дольше остается новым, не теряет форму. Также благодаря этому заднику ботинок более надежно стоит в креплении и не проскальзывает по хайбеку в случае чего. При нагрузках, при каких-то вытяжках ваш ботинок будет сидеть очень плотно. По счастливому совпадению, как и в одном из предыдущих роликов про доски, это промодель угадайте кого. Все верно, промодель Скотти Стивенса. Скотти Стивенс настолько крутой сноубордист, что у него и доска крутая, и ботинки от 32 ничуть не хуже. Вы только посмотрите, как он выглядит. Это просто шикарный ботинок. Он очень стильный, очень приятный на ощупь. Его форма просто шик. Здесь уже внутренник еще серьезней. Это Performance Fit. Этот ботинок с жесткостью выше средней. 32 ставит ему 7 из 10. Этот ботинок для сноубордистов, которые уже умеют кататься, это 100%. Все его технологии говорят о том, что сноубордист, который выбирает этот ботинок, понимает, что ему нужно, за что он платит деньги. Как минимум знает, кто это такой. Хотя промодель Скотти Стивенса сделана на базе модели TM2. Очень популярная модель у 32. Многие ее знают. Лично мне этот ботинок подходит по своей жесткости и характеристикам. У него очень крутой внутренник, он также легко достается, как из мягкого ботинка. И это очень большой плюс, потому что обычно у ботинка с жесткостью выше средней внутренник достать еще окей, но засунуть потом его внутрь нужно постараться. У данного ботинка мы имеем подошву Performance Rubber Outsole. Данная подошва выполнена из разных материалов. Мы можем видеть это даже по цвету, но и на ощупь это прекрасно ощутимо. Белая резина мягче, коричневая более жесткая и цепкая. Специальные зубчики, чтобы когда вы поднимались в горку, вы цеплялись и не проскальзывали даже на ледяном склоне. Это очень большой плюс для тех, кто катается и в парке, и во фрирайде. Это очень правильно, потому что тратить силы
на то, чтобы падать просто, когда ты идешь, никому не хочется. В данном ботинке также присутствует задник Performance Backstay. Здесь он выполнен из похожего материала, но при этом он ребристый. Если вы прогрессирующий сноубордист и ищете ботинок, который прослужит вам не один сезон, и вы будете кайфовать... Нет. И вы... Что за... Вы точно будете кайфовать. Обещайте. Если вы прогрессирующий сноубордист, неважно в какой дисциплине, будь то джибинг, слопстайл, биг эйр или фрирайд, может быть, даже... Этот ботинок вам должен подойти, вы только возьмите его в руки, посмотрите на него, померите. На мой взгляд, это один из лучших ботинков на рынке по соотношению цены-качество, это 100%. Он прослужит вам не один сезон, даже не два, наверное. В этом ботинке также присутствует система фиксации пятки, про которую я рассказывал на предыдущем ботинке, что также продлит их срок службы. Из всего нашего списка, из всего нашего топ-5, я лично выбрал бы этот ботинок. Самый главный плюс этого ботинка – это то, что на него действует скидка в нашем интернет-магазине 41%. Обязательно переходите по ссылке на этот ботинок, посмотрите, сколько он стоит, сколько вы сэкономите. Это может стать лучшей сделкой этого сезона, учитывая качество этого ботинка, его направленность, его внешний вид. Обязательно присмотритесь к нему. На этой замечательной ноте буду заканчивать данное видео. Это был топ-5 ботинок 32, представленных в нашем магазине именно со скидкой. Именно эти топ-5 неспроста. Я выбрал то, что есть в нормальной размерной сетке. Вы обязательно найдете свой размер. Переходите по ссылкам, смотрите. И увидимся в следующих видео. Пока. И здесь такая твоя музычка. Или какая-то такая.